Алмазбека Шершеновича доставили в Комитет государственной безопасности. Комитет государственной безопасности, правильно, запутался. А сейчас я к следователю поднимаюсь, и мы с ним, скорее всего, пройдем в ГКНБ. А кто будет адвокатом у остальных, вот у Карамушкина? Ну, их вообще я так понимаю, их не задерживали, они, по-моему, сопровождали их. Ага. Но если будет какая-то другая информация, не думаю, что их задерживали. А Фарид Абилязимович? Да, Фарид Абилязимович, по-моему, с Алмазом Шершеновичем, а Кундуз, по-моему, здесь. Ну, вот сейчас выясним, я вам тогда дам. Но я все равно выходить буду сейчас. Или звонить, или выходить вот так.